Будь в суперформе все лето. Только до конца мая. Суперскидка на безлимитный суперфитнес. 40%. Фитнес-центр мировой марки Powerhouse Gym на Краснококшайской 119. И фитнес-центр Iron Club на Гаврилова 1. Звони 515-0200. Привет, меня зовут Карина Забарова, и совсем скоро лето. Пора задуматься о том, как сделать свой орех крепким. И в этом нам поможет Екатерина, персональный тренер Powerhouse Gym и ее ассистентка НЖ. Ну что ж, начинаем? Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как сделать свои ягодицы более круглыми? В этом нам поможет штанга, гантели и правильное питание. Очень интересно посмотреть. Я сейчас все покажу. Здесь мы будем выполнять мертвую тягу, но широкой постановкой стоп. И коленный сустав будет более мягким. Конкретно в этом упражнении работает большая ягодичная мышца, бицепс бедра. Опускаем корпус вперед, опускаем гриф чуть ниже колена, наверх поднимаясь, давим на пяточку и сокращаем большую ягодичную мышцу. Отлично. Спинка в этом упражнении прямая. Это упражнение нам помогает убрать так называемую спортивную попу, то есть ямочки. И ягодицы визуально кажутся более округлыми. Вниз вдох, наверх выдох. Отлично. Какое у нас следующее упражнение? Следующее упражнение – это тяга в стиле сумо. Также с акцентом на ягодицы и на приводящую мышцу бедра. Нужно взять хват узко, стопы широко, носки врозь. Опускаясь вниз, оттягиваем ягодицы максимально назад, максимально вниз. Поднимаясь наверх, выводим таз вперед. Тем самым работает малая ягодичная мышца, большая ягодичная мышца. И при подъеме наверх работает приводящая мышца бедра. Что обеспечивает нам более округлую форму ягодиц. Желательно выполнять 3-4 подхода по 15-20 повторений. Но все зависит от того, как строилась тренировка до этого упражнения. Это упражнение может быть как в конце тренировки, так и в начале. Так как здесь идет натяжение приводящей мышцы бедра, это может быть выполнено в конце тренировки. Но сжатие ягодиц может разогреть тренировку, то есть в начале, когда мы только приступаем к основной части тренировки. А на этом наше занятие закончилось. Желаю вам, чтобы ваш орех был крепкий, лето жарким, а соцсети активными. Подписывайтесь на нас ВКонтакте. С вами была Забарова Карина, персональный тренер Екатерина и наша ассистентка НЖ. Это Азбука Фитнеса. До скорых встреч! Сеть спортивных маркетов качков.ру. Огромный ассортимент. Профессиональные консультации. Спортивное питание, доступное каждому. Бесплатная доставка по номеру 245-27-28. Качков. Главный по спортпиту. Всем здравствуйте, друзья. В студии Дмитрий Козенков. И сегодня под мое пристальное внимание угодила добавка под английской аббревиатурой CLA, что в переводе на русский значит конъюгированная линолевая кислота. Это одна из жирных кислот, содержащихся в мясе и молочных продуктах. Казалось бы, что в ней особенного, но вот какая штука. Оказалось, что она косвенным образом способствует сжиганию жира. Скорее даже так. CLA оптимизирует содержание жира в организме за счет повышения чувствительности клеток к инсулину, главному транспортному гормону. Расчет тут простой. Больше глюкозы попадает в клетки, а значит меньше откладывается в жировых депозитах. Улучшается обмен веществ, соответственно, CLA еще и помогает мышцы растить. Хороший расклад. Меньше сала, больше мяса. Плюс ко всему, конъюгированная линолевая кислота обладает еще несколькими интересными свойствами. Например, сокращает риск пищевых аллергических реакций, укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую систему и, что самое интересное, обладает противоопухолевым действием. Одним словом, хорошая вещь, но в качестве вспомогательного средства. Не стоит думать, что начав принимать CLA, ваш жир тут же начнет таять, а мышцы расти. Повторюсь, она только помогает этим процессам. На сегодня это все. Заходим и добавляемся в группу «Фитнес и бодибилдинг Казань». Интересуемся, смотрим, ставим лайки, задаем вопросы, получаем ответы как от меня, так и от других участников проекта «Азбука фитнеса». А я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Это был Дмитрий Козенков. Будьте здоровы!